тайм был содержательный, хороший. Потом ребята, естественно, подустали. Мы это все прогнозируемо, предсказуемо. Начали много ошибаться на фоне усталости, потому что, естественно, они играли не на свежести. Они проводят достаточно интенсивные тренировки. Поэтому все равно проявили характер из последних сил. Никто не попросил замену. То есть положительные эмоции. Все замены, произведенные вот в конце уже матча, обусловлены усталостью или кто-то где-то, может быть, какие-то травмы получил? Нет. Замены были те, чтобы как раз, вот, чтобы ребята уже были из последних сил, чтобы действительно что-то не случилось, не получили бы травму. Поэтому мы тоже наблюдаем тренерским штабом, смотрим. Когда видим, что человек уже все, готов, то, естественно, мы его заменили. Ну, в принципе, это и планировалось. Ближайшие планы по дальнейшей подготовке? Участвуем в турнире, тренируемся. Следующую игру играть будут другие ребята. И их тоже то же самое ждет. Они сегодня видели и понимают прекрасно, что их ждет то же самое, что им будет тоже тяжело и нужно будет проявить характер.